Так, всем привет, друзья. Сегодня Лёха пришел в гости, решил испытать мой новый мопед ЗИЛ-5002. ЗИЛ. Да, ЗИЛ. Ну что, он грузовой, почти как ЗИЛ. Сейчас я, короче, залезу в кузов. Посмотрим, как у нас двоих будет тянуть. Правда, на дороге гололед. Сейчас, короче, будем заводим. Ездить по гололеду. Да, сейчас покажу, как заводится. Заводим от кнопки. Да, газу можешь не давать, просто кнопочку нажимаешь, он заводится. Ну, чуть-чуть газку можно дать. Ты холостой уменьшил. Бля, аккумулятор, короче, на морозе сдох. Ладно. Давай, слабки. Аккумулятор сдох на морозе. Вот так я здесь расположился. В комфортных условиях. Сейчас Лёха меня повезет. Блять, стрёмно. Опять ты скоростя переключаешь, палатки бьешь. Надо не палатки бить. Ух ты, ё-моё. Я чуть не вывалился, нафиг. Ты ж не дрова везешь, Лёха. Вот, да два, гололёд вообще полный. Ну, Катя, не слово конкретно, бля. Ну давай теперь этот, я проедусь. Держи, только тут справа кнопки этот. Давай. Сверху там. Я залазить не буду, вот так посмотрю. Блять, чуть не упал.